говоря, для того, чтобы изменить судьбу, надо посмотреть новым взглядом на привычные вещи. Уверена, подобный дизайн стены очень оценят дети. Они будут использовать ее в качестве стены антистресс. Мы увидели яичные лотки вот в таком вот виде, футуристичный дизайн. Интересно, что бы сделали вы из этих яичных лотков? Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь им со своими друзьями. Обязательно подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы «Одноклассники» на Фейсбуке и ВКонтакте. И, конечно же, как всегда, огромное вам спасибо за то, что вы у нас есть.